Вот Сиджик меня повел, и он сейчас мне предлагает через 1 километр повернуть направо. Я уже повернул, там узкие дороги, ну, совсем дороги не для... Вот он и сейчас. Я объехал круг, позвонил, уточнил координаты, и вот он опять уводит направо. Вот в этом месте я повернул и поехал по дорогам, ну, явно не ведущим меня к пункту назначения. Вот, смотрите. Вот он поворачивает. Точки назначения. Точка справа. Вот он ведет направо. Поверните направо. Вот, видите? Вот сюда я свернул направо и попал сразу совсем в другой мир. Это Алексей, ВГМ 99554. А, тут такой вопрос. Через один флажочек стоял в Сиджике на маршруте. Я свернул куда-то в горные дороги, мосты, короче, проходит только фура. И поворот налево, который мне предлагал Сиджик, то там вообще, там даже легковая не повернет. Я не смог туда завернуть, я еду непонятно. Вообще дорога еле влажена. То что-то, наверное, не так. Поверните направо, потом поверните налево. Огромный город дымит, и здесь из этого дыма весь климат это не искоренит. Потому что без дыма тоскливо и клинит, тоскливо и клинит. Ведь снегопады и ливни в этом городе ночи и дни одни. Мы пусть нас небо обнимет.